Привет, друзья! С вами снова Серафим. И продолжая рубрику «Вы должны это попробовать», что я вам сегодня посоветую? А посоветую я вам посетить в вашем городе антикафе. Что это такое? Я думаю, уже многие слышали хотя бы такое где-то название, сочетание таких букв, слов «антикафе». Что же это такое? В общем, не так давно... То есть в нашем городе начали появляться антикафе, там я знаю только парочку, может их там чуть больше. Ну, понятно, в цивилизованных странах их гораздо больше. И что это такое? То есть все вы знаете, есть кафе обычные, то есть там ну, алкогольные напитки, там накурено, все дела там. Какая-то обязаловка, то есть вы пришли, там просто посидеть не получится, вы обязательно должны заказать что-то, попить, покушать. И как только допили, докушали, там вам намекнут, что ну давайте, наверное, валите отсюда, короче. Типа дайте другим посидеть, попить и покушать. Типа с вас денежки все получили, все, давайте гуляйте. То есть все эти моменты многим людям не нравились. Особенно таким, у которых, скажем, ну кто не хочет пить алкогольные напитки. Вот, то есть, а в кафе, ну, в основном много есть, кто там напьются, там все дела. Вообще с бухими людьми абсолютно неинтересно общаться. Вот это многие знают. А потом накурено. Вот это вообще проблема. Я никогда в жизни не курил, не курю и никому не советую, не собираюсь. И ну, это печально, когда везде накурено, там, то есть, ну, я даже не хожу из-за этого. То есть, если бы там хрен с ними уже с алкоголиками, там сидят там в сторонке, там тихо сёрбают, но накурено, если бы не было накурено, можно было бы там даже что-то посидеть. Ну а так дышать этим всем незачем. В общем, появились антикафе. То есть появились уже, ну, так относительно. Время прошло уже, то есть, ну, для себя я открыл вот буквально недавно видео, как мы посещали одно из антикафе. Обязательно вот здесь ссылочка где-то уже, наверное, есть. То есть посетили мы кафе в Харькове 7/9 на Харьковской набережной. Как это ни странно, 7/9. Чем вот вообще, что такое антикафе? То есть, во-первых, это такой, как я бы назвал, клуб по интересам. Туда приходят люди абсолютно адекватные, поиграть в какие-то там игры настольные, там в компьютерные игры, ну в плане там на приставке поиграть, PlayStation там порубиться, там какие-то игры типа, может знать, такой футбол, там ну стоит такой столик с футболом, столик там с хоккеем, ну настольные ролевые уже говорил, ну их там реально много просто. Потом там куча разных залов там. Обязательно какое-нибудь хорошее оформление у каждого зала, там приятная обстановочка, там где-то какая-то, может, музычка играет, где-то не играет, где-то там можете там гитару взять, поиграть. То есть это очень крутая штука. То есть там все ваши как бы таланты и появляются, и открываются, и, там, и все такое. Вот. Ну и что еще вот самое интересное? Во-первых, все это недорого. Ну, то есть там относительно тоже чисто символически вы вносите какую-то там сумму за время посещения. То есть не хотите вы там пить, кушать принудительно. Вы не пьете, не кушаете. Вот посещаете, ну, за время просто платите. Там у нас там, если без всех скидок, там понятно, еще есть куча всяких скидок, то есть можно чуть ли не там вообще за копейки. Вот. Но есть скидки там, скажем, 30 гривен. Ну, чтобы вы знали, если в долларах, это, ну, там, меньше, чем $1.50 первый час. Дальше еще дешевле. То есть это без скидок. А так со скидками доллар час. Много? Я не думаю. То есть и сидите себе там, насколько у вас настроение достаточно. Приходите там с друзьями, люди приходят, там кто-то сам пришел. Атмосфера, ну, очень теплая и дружелюбная. Ну, я вообще как бы не ожидал такого. Первый раз посетил, теперь обязательно буду ходить. Там вот мы пришли, там нам надо было снимать турнир по Хардстоуну. Но на видео даже мы много поснимали именно просто само антикафе, потому что там было очень интересно. Там нельзя с собой пронести, и там
купить нигде нельзя алкогольных напитков. Это очень замечательно, потому что, ну, я же говорю, я категорически к этому отношусь, ко всем вредным привычкам. То есть все это не нужно. Сам не употребляю, другим не советую. Вот. Поэтому, то есть там нельзя, просто запрещено это правилами антикафе. Соответственно, все будут трезвы. Ну, я думаю, если вы какой-то бухишка просто попробует туда так пройти, я думаю, его даже не пустят. Ну, зачем это портить атмосферу и воздух? Вот. Потом, то есть курить. Ну, понятно, не все люди в состоянии бросить вот прям сразу курить, как только появились антикафе. То есть у некоторых все еще вредная привычка осталась. Что получается? Они берут и выходят. Ну, то есть прям в помещении нельзя там курить, никак, ни в коем случае. То есть выходят на улицу, там куда-то отходят, куда подальше, там где-то покурили, попукали, там все дела. Отдышались, зашли обратно, чистые и свежие, чтобы никому не портить, опять же, воздух и настроение. То есть супер? Супер, согласен. Потом цены маленькие, я сказал, то есть всего вредного нет. Адекватная теплая атмосфера. Ну вот, я говорю, мы снимали наши дела, ну и периодически там менялись, там кто с камерой, кто посидеть отдохнуть. Заходили, вот, и там, ну, сели мы там попить чайку, тоже, кстати, печеньки, чай, кофе, даже аппарат кофейный есть, а все это входит в стоимость времени, которое вы оплачиваете. То есть хотите вы там печенек с кофе, да пожалуйста, сколько влезет, вот влазит вам, я не знаю, килограмм печенья с одной чашечкой кофе, кушайте на здоровье, вам никто даже криво не посмотрит. То есть все это учтено. Вот, и это многих вообще вводит в недоумение. Как? Вот так. То есть, да. То есть, хотите печенек, пожалуйста, кушайте печеньки. Чаек там, любой на выбор, заварной, с пакетиками там. Кофе хотите, так себе насыпьте, там, растворимый, заварной, либо вообще кофейная машина, воспользуйтесь, пожалуйста. Главное, там, не ломайте, ничего не портите. Вот. То есть, вот посидел я, отдохнул, попил чайку. Пью чай, пью. Заходит парень, там сидит телевизор. Ну, сидит телевизор. Стоит телевизор большой, так, плазма. И парень зашел там на PlayStation на третий порубиться, файтинги разные. Ну, нут один пришел. То есть, он так играет, играет, там что-то поднастроил, потом там спросил, а, ребята, кто хочет там вот, со мной порубиться? Там, давай. Да не вопрос. То есть, мы такие, ничего себе. Мы вроде сами такие коммуникабельные, это, ну, как бы не стали уже напрашиваться. Вот, а там парень такой, о, давай. Ну, все, супер. То есть порубились, там, поиграли, там, поменялись, там, все хорошо, всем весело. Я говорю, мы там и в то порубим, во все просто даже не успели. Отдохнули, провели замечательное время, там, потратили всего лишь копейки денег. То есть нам не испортили настроение никакие там ни алкогольные ребята, ни обкурившиеся, накурившиеся ребята. То есть ничего этого не было. Был только позитив, равновесие, баланс силы там и все дела. Вот. Поэтому настоятельно рекомендую, попробуйте для себя посетить антикафе. То есть это реально то, что стоит посетить. Вот. И на этом у меня в принципе все. Кому понравилось, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Посещайте самые лучшие места. Делитесь вашими впечатлениями тоже, кстати, в комментариях. Кто вот посещал, можете тоже свое что-то рассказать. На этом у меня все. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в светлом будущем. Пока.